Идея родилась в юбилейный год празднования 70-летия Победы. Отмечали с размахом. Программа мероприятий была насыщенной, но не хватило финальной точки. Настолько был шикарный праздник, а собраться, вот нет у нас такого знаменательного места в поселке, где можно было собрать всю... Ну, всех абсолютно. Это же 10 населенных пунктов. Начали объезжать, смотреть. И вот решили, что вот это место, это центр поселка, это, собственно говоря, это рядом дорога, это рядом школа, амбулатория, садик, это администрация рядом. Деньги на саженцы собирали всем миром. 50 деревьев купили жители, 20 платановых кленов подарила администрация города. Местные власти и депутаты взяли на себя организационные вопросы и помогли с техникой. Замечательный результат взаимодействия общественности, администрации, депутатов и всех жителей Приморского сельского округа. Мы здесь планируем действительно аллею славы и будем развивать и благоустройство. Вот мы сейчас, первый этап – это деревья, потом тротуарные дорожки, благоустройство. И будем проводить все тематические мероприятия, те, которые связаны с патриотизмом. Если каждый из жителей посадит хотя бы одно дерево, тот город, в котором мы живем, он будет еще краше, приятней. И такие мероприятия нужно проводить как можно больше. Рядом со взрослыми ученики соседней школы. Для чего высаживают деревья, отвечает, не задумываясь. Садим вот деревья, чтобы было у нас вот красиво, вот, прям чтобы зелень прямо ярко было. Чтобы мы гуляли здесь, родителей своих приводили, чтобы смотрели, какая красота у нас. Еще эта аллея напоминает о тех людей, которые защищали нашу родину. А в планах у местного совета общественности вместе с администрацией привести в порядок спортивную площадку с уличными тренажерами, которая станет продолжением парковой части Аллеи Славы.